Привет, друзья! Вы на канале Кладоискатель Эволюция Поиска. Сегодня у нас еще один выход с грибами по Подмосковью. Дело в том, что были такие мне вопросы на моем канале, что типа грибов у нас нет под Подмосковью, но мои друзья в округе везде говорят, грибов много и даже пошли опята. И сегодня мы посмотрим, что же есть в нашем лесу. А я друзьям, которые говорили, что грибов у них нет, отвечал: лес лесу рознь. А идем мы сегодня опять с Натуськой. Вон она. Наталья, поздоровайся, покажи вот так. Во. Итак, друзья, включимся уже в лесу. Друзья, мы только зашли в лес. И сразу говорю, опята есть. Вот, Наталья уже там где-то их косит. Вот, и лес кишит не только грибами, но и грибниками. Вон Наталья, видите, вон она косит. А прошли мы всего 20 метров. Ладно, друзья, не буду часто пока включаться. Я даже не пойму, зачем мы пришли в лес за грибами опятами, либо за грибами благородными. Смотрим, не переключаем. Итак, друзья, прошел еще метров 5 и первый белый. Сейчас я переключусь на другую камеру. Ну вот он. Малыш стоит. Классный. Переключился на камеру. И сейчас мы снимем нашего друга. Вот он, красавчик, стоит. Вчера прошел дождик с ветром сильным. Был ураган в Москве и Подмосковье. Примерно 2000 человек остались без света, но приехав на дачу, у нас свет был, и мы довольны. А вот он, смотрите, какой он, какая у него шляпка бугристая. Это означает, что грибочек молодой и осенний. Вот так вот его. О, красота! Ну что, друзья, с первым благородным. Ай, вот это осенний грибок. Вот это осенний грибок, друзья. Просто класс. Там ходят грибники. Так что грибов точно в лесу море. И кто еще смотрит эти видео, советую, бросайте все, берите отгул на работе. И вперед за грибами. Друзья, сложно ходить по лесу, собирать грибы и еще снимать на камеру. На это тоже надо время. Но я немножко остановился и решил вам показать. Смотрите. Вот такой вот елкой. Смотрите. Вот такой вот крупный слизень. Куда-то ползет. Очень крупный слизень, если положить рядом зажигалку, то слизень размером с зажигалку почти. Видите, он убрал свои усики, почувствовал опасность. Ну ладно, мы пришли не за слизнями. Вперед, за грибами. Еще 5 метров и опять белый.
И смотрите, у Натальи уже первый урожайчик. Маленький не бери. Я заму чистик переделать. Конечно. И вот он. Вот он, вот он, вот он, красавчик. Смотрите. Сейчас мы его выкрутим. А для чего грибнику, кто выкручивает грибы, нужен нож? Чтобы сразу обрезать и проверять гриб. Ой, красавчик, смотрите какой. Обалдеть. Вот это красавчик. Друзья, вот такая красота, смотрите. Вот Наталья режет. Видите, березка уже сухая. И вот на уровне 1,60 м, дальше ничего нет. Вот такая вот красота. Кто сказал, что грибов нет у них в лесу? Идите, смотрите лучше. Иди смотри. Точно. Сейчас Наталья уже будет пол ведра, пока я тут снимаю. Ладно, друзья, не останавливаемся. Смотрим дальше. Грибов столько, что просто куда ни посмотри, на любой вкус, любой гриб. Вот опяточки, а вот тоже стоит грибочек. Но такой мы не берем обычно. Вот. Это походу на рядовку похоже. На серую рядок. А вот опять. Да вообще пипец. Непонятно, зачем мы пришли в лес. Придется собирать, друзья, смешанный гриб. Поэтому даже можете не досматривать видео, а вперед в лес. Осенний гриб самый лучший, самый крепкий. И опята удобно срезать ножиком, поэтому не забудьте с собой инструмент. О, Наталья, смотрите, какие срезала классные опятки. Целую кучку. Она говорит, вот такие, говорит, хочу собирать. Мельче, говорит, не хочу брать. Тяжело перебирать. Вот. Да. Ну что, друзья, вот прошли еще вперед. Смотрите, у Натальи уже пол ведра почти. Да, не почти, а пол ведра. Здесь вот. Но не мелкий. И смотрите, какое сооружение мы нашли в лесу. В нашем. Ну, построено, видимо, недавно. Какими-то охотниками. Видите, следы костра. Навес. И для птичек, видите, висят такие штучки. Вот. Прикольно придумали. И я стою вот возле еще такой вот типа лавочки посиделок. Видно, здесь ночевали охотники. Ночуют. И вечером у костра, летом греются. Вот, друзья, еще решил на эту камеру снять. Все-таки поэффективнее видно. Объем захвата у камеры больше. Вот такое вот сооружение. Прикольно. Сооружение для охотников. А вот здесь вот на самом деле старая дорога идет. Ну, дорога советская. Где-то 50-х, 60-х годов. Ну, говорят, что даже, может быть, более ранние, потому что я слышал, что даже Берия по этой дороге что-то возил. Ну, я думаю, это все враки. Кроме столбов с СССР, я больше здесь ничего не находил в этом лесу. Ну, ладно. А мы движемся дальше, друзья. Продолжаем наш грибосбор. И вот, смотрите. Ага, вот он. Подосиновичек стоит. Но самое интересное,
прошлый раз я вот вам показывал, помните, подойду специально, вот в нескольких метрах, помните, я шел и говорю, вот торчит шляпка из-под дерева и следы грибников, бутылочка, помните, я поднял ее, вот она, вот здесь вот стоял грибочек, я еще его выкрутил. Вот мы опять вышли на это место, и вот он подосиновичек, красавчик. Сейчас мы подлетим плавненько к нему. Вот видите? Вот он. Вот знаете, друзья, стоит вопрос, когда в лесу грибов и тех полно, выбор, что собирать? Все подряд? Или делать выбор на основу опят или благородных? Вообще непонятно. Ну ладно, берем подосиновичек, берем. Красавца. О! Выкрутили. Ну, видите, опять уже улиточка его подъела. Улиточка подъела. Ну, шляпочка такая красивая, хорошая. Мы продолжаем наш грибачинг. А грибачинг это серьезно. Главное еще ориентировка в лесу. И знание мест. Так что, друзья, если кто не знает, как ориентироваться в лесу, ходите по краю леса. Грибов тоже найдете. Итак, друзья, я же сказал, что существует выбор, что собирать. И то, я думаю, да. Вот. Потом можно, если вы вдвоем ходите, пересыпать с одной корзинки в другой, отделить грибы и продолжать свой сбор. Ну, а мы пока нашли вот что. Смотрите. Раз, но он съеденный. Видите? Ножка подъедена, но грибочек хороший. Поэтому мы его берем. Смотрите, рядом стоит. Беленький красавчик. Как мне нравятся вот эти вот шероховатые шляпки осенние. Видите? Вообще красота. Тоже ножка подъедена. Слизни заполоняют лес. Ай ты! Красавчик! И где-то я видел еще беленький. Сейчас мы пролетим к этому белому. Смотрите, идем. Так вот я вас веду. Надеюсь, вам видно. Смотрите, опа, стоит еще один. Видите, вокруг него опилки лежат грибные. Опять же слизни. Но шляпка отличная. А может быть, когда гриб пробивается, его расщепляет. Три грибочка с одного метра. Шикарно. Вот такой урожай осенний, ребята. Это большой всплеск в этом году. То есть сентябрь есть все. И именно, я всегда замечал, друзья, опята начинаются с 14 примерно. Ну, плюс-минус 12 сентября. Самый пик на опята это 16 сентября, а именно сегодня. А, смак! И вам того желаю. Есть, конечно, любители посмотреть. Я вас уважаю, ценю, друзья. Но выберитесь в лес. Сядьте на электричку, если нет машины. Проехайте станции 4 от Москвы. Посмотрите по карте перед этим, где есть лес. И пробуйте, ищите. Лес бывает разный, поэтому лес лесу рознь. Не всегда попадете в точку. Но
этого стоит. Хотя бы по лесу погуляете. Друзья, я весь в паутине, но это того стоит. Знаете почему? Когда ходишь по лесу, вообще удивляешься красоте, природе. И когда находишь какой-то красивый момент, стараешься его запечатлеть. Вот смотрите, а вон натусик ходит там. Ведерочка у нее и кепка ее выделяет. А вот деревце. Опять же березка. Вот, и смотрите. Вот они. Опятушки. Невысоко. Бывает вообще по всей березе. И пошло вниз. Вот, видите? И вокруг дерева мы сейчас обойдем. И вот они вот так вот растут. Здесь уже 1,80 м рост опенка. Это такая глубина леса, но опушка. Более-менее такая, более просвет. Вот. Сейчас мы будем их уже складывать в корзиночку. Но, ребят, я не буду показывать, как я режу опята. Поэтому, друзья, смотрим дальше, не переключаемся. Будем уже наблюдать за красивыми грибами, за кучей грибов и как пополняются наши ведра. Вот. И я вот как бы притормозил. Видите? Вот они, красавцы. Опа! Два красавца. Вот такие вот беленькие у нас стоят. Один молоденький, другой побольше. Мы так вот подведем камеру под эти грибочки. Вот они, красавчики. Вот они. Ну что, друзья, нравится вам такая охота? Я думаю, да. Поэтому не забудьте подписаться на канал. Увидите много интересного. И не думайте о том, что вы только смотрите. Думайте о том, что надо вам быстренько собрать вещи, взять что-нибудь покушать и в лес. Вот они. Красавчики. Что говоришь? Кого? Опят? Опят. Можно на обратном пути набрать. Ну, мы на это место не выйдем, Наташа. Хорошо. Смотри, я вот какой нашла. Вот какой, смотри. Покажи на камеру, иди ко мне. Я не стал, друзья, выкручивать их. Вот какой красавец. Вот да, какой вообще боровичок шикарный. А у меня красавец на вид. Но, друзья, все. А у меня хороший. Этому грибу все. А шляпка как арбуз гремит. Поэтому смотрите, вот такой червь. Выкидываем. А этот хороший. Лес вообще шикарный. Вот смотрите, вот такой лес, казалось бы, все есть. Смешанный лес, и березы, и елки, и солнышко, и опушки. Сейчас я их срежу. И смотрите, какая красота. Просто красота. У Натальи вообще уже ведро полное. Так как я больше снимаю, у меня-то ведро. Вот. Будешь здесь снимать? Вот, сейчас окружу, конечно, буду. Мы еще и снимем, как ты режешь. Смотрите, какая красота, вообще грозди. Просто грозди. Скорее всего, вот такого обилия хватит на одно ведро. Вот такая вот красотища, друзья. И невысоко. Дальше березка тоже обрезанная, видите? Как пенек высокий стоит.
И вот такая вот красота. Давайте подлетим, посмотрим, как Наталья подрезает гриб. Вот так вот. Вот такая вот красота. Солнышко у нас вышло, с утра было пасмурно. Ну, у меня ведро полное. Домой. Достаточно бывает одного дерева и лепня, и все. И ваша грибная охота уже закончена. Лучше сразу подрезайте ножки. Ножки у опенка, они жестковаты, лучше всего под шляпку резать. Вот так вот. Прям досконально резать мы не будем. Оставим кому-то еще. Вот, может быть, еще и благородные попадутся по дороге. Тоже хочется и благородненьких грибочка собрать. Это осталось недобор по пути. Вот подосиновичек попался. Молоденький, красивый. Вот. Берем. Вот он. Красивый. Опс. Корзиночку. Ну что, друзья, мы возвращаемся. И как сказал я, на добор корзинки и ведра всегда оставляйте. Вам еще нужно будет пройти расстояние. Ну, сами понимаете, насколько вы ушли от того места, куда вам надо вернуться. И на добор надо всегда оставить. Ну, допустим, я, да, вот сейчас покажу корзиночку, видите? Прошло уже 1:15 с места нашего начала сбора. Далеко мы не ушли, наверное, даже на камеру слышно, что шумит где-то вдалеке трасса. Вот. И вот возвращаемся уже. И вот смотрите, нашел опять деревце. Наташ! И вот такое вот оно. Опять березка и сухая. И вот опяточки. Сейчас соберем, которые покрупнее. Видите, какой красивый урожай. Да. Настоящие опенки-то наши. Русского леса. Ты ко мне идешь? Наталья ко мне пробирается. Нет меня, я за деревом. Потерялась? Где-то вертолет летит. Так что, друзья, с удовольствием ходим по лесу и собираем плоды, которые нам дает лес. Ну что, друзья, собираем плоды. Я наслаждаюсь, друзья. И вы наслаждайтесь. Как говорится, можно все и бросить, и пойти дальше. Но желание превыше всего. Конечно, те, кто заходит к нам на канал, всегда смотрят, ну, ко мне на канал, друзьям на канал. Кстати, Александр Хабаркин, большой привет. Жека, большой привет. Вот.
Это грибники, любители, профессионалы, хорошо знают свой лес, да и другие леса знают грибы. Так что заходите к ним на канал. И второй раз я не зря делаю, друзья, рекламу. Те, кто любит посмотреть такие видео, заходите к ним, подписывайтесь. Очень интересные видео друзья снимают. Рассказывают про лес, про грибы, сбор грибов, где что растет, в каких лесах собирают. Вот. И, как говорится, получите удовольствие. А пока получайте удовольствие от моего видео. Срезал подножку, чтобы вам показать эту гроздь винограда. Грибного винограда, друзья. Друзья, прикиньте, блин, сейчас вот видите, у той березки опенки срезал. Так, да, вот у этой березки, вот. Уже некуда ложить. Ну и все, я пошел дальше. Отошел 10 метров. А там я не снимал. Смотрю, красивые вообще. Вообще красота. Думаю, дай засниму. Раз, руку в карман, а телефона нет. Потерял. У меня сразу паника. Вернулся к тому дереву, а мой телефончик лежит под деревом. Вот так бывает. Так что осторожнее, друзья, с телефонами. Да и вообще, будьте осторожны. Эти я уже не буду добирать. Ну куда, друзья, смотрите, ведро полное. Куда еще, как вы думаете? А некуда. Ну что, друзья, вот и закончился наш грибной сбор на сегодня. Походили мы час 40, но с удовольствием походили. Я специально Наталью провел вглубь леса, чтобы было интересней походить по лесу. Вот, все-таки с краю, когда собираешь, ну, меньше азарта. Вот, поэтому можно было и по краю походить, и беленьких побольше насобирать. Потому что в глубине леса меньше белок. Не знаю, то ли бум прошел, вот эта неделя, в те выходные я ходил, как вы видели, последнее видео, ссылочка будет внизу. Было много грибов белых и подосиновиков, подберезников почти не было. В этот раз есть беленькие, но немного. Вот. Ну, во всяком случае, в нашем лесу лес лесу рознь. Я еще раз это говорю, и запомните эти мои слова, потому что, как говорится, лес разный, и условия для роста грибницы разные. Поэтому у кого-то, может быть, только пошли грибы, у кого-то еще даже не начинались, вот, и может и не будет. Но в нашем лесу много грибов. Да и по Подмосковью, друзья, которые ходят за грибами, есть свои каналы на YouTube, вот, тоже собирают много грибов. Вот, так что эхо о грибах вокруг Москвы большое, вот, но не во всех лесах есть гриб, особенно благородный. Но опять полно. Вот наш результат. Мы ходили спокойно, еще утрамбовали опята, они такие жесткие, их можно немножко примять вот так, когда сходишь, собираешь, они как пружина. И вот смотрите, уже мы подходим, вышли своим участком, осталось 150 метров до дома, и вот на участке за заборчиком растет подберезовик. Вам, наверное, видно. Да? Так что вот такие дела, друзья. Бросайте все и за грибами, кто любит тихую охоту. Ну, а всем, друзья, желаю успехов, счастья, здоровья и удачи.
Всем пока. Подписывайтесь на мой канал «Кладоискатель. Эволюция поиска». Пока.